Доброе утро. Меня зовут Светлана Равинер. Если ваши права нарушены, их можно защитить. Я пропустил срок вступления в наследство. Что мне делать? Если наследникам не совершались никакие действия, которые могли бы быть расценены как фактическое принятие наследства, то ему следует в судебном порядке восстанавливать срок, предусмотренный для вступления в законные права наследования. В этом случае в суд предъявляются доказательства того, что наследнику было неизвестно о факте открытия наследства, или же он пропустил срок по какой-либо уважительной причине, а это достаточно непросто. Например, привычное всем ОРВИ или же даже факт рождения ребенка не являются уважительными причинами. К таковым можно отнести, например, длительную заграничную командировку или тяжелую болезнь. Также вступление гражданина в наследство возможно с согласия иных наследников, своевременно оформивших свои наследственные права. Означенное согласие должно быть в обязательном порядке засвидетельствовано у соответствующего нотариуса. Необходимо отметить, что в случае пропуска предусмотренного законодательством полугодового срока для вступления в права наследства, прежде чем обращаться непосредственно в суд, наследнику необходимо прийти на консультацию к тому нотариусу, у которого, собственно, и должно было быть открыто оспариваемое наследственное дело. В случае, если имеется правильно составленное завещание, то нотариус обязан дать развернутую и полную консультацию наследника, имеется ли у того право на обязательную долю наследства. Также нотариус должен дать консультации о том, что именно требуется предпринять для того, чтобы отложить выдачу официального свидетельства, подтверждающего право на наследство прочих наследников, до рассмотрения дела в суде. Таким образом, можно с достаточным на то основанием утверждать, что у граждан по тем или иным причинам, пропустившим сроки принятия наследства, имеется целый ряд подтвержденных действующим законодательством возможностей как восстановить пропущенный срок, так и непосредственно вступить в права наследства, даже если, казалось бы, изначально шансы у него были упущены. Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их по телефону, который видите на экране. Доброго вам дня!